Я сделал соседскому парню первую татуировку, то есть тема была такая, меня, грубо говоря, заставили делать татуировку, пришли ребята, позвонили мне в дверь, то есть говорит, Саня, надо это исправить, то есть первая моя работа, это была кавер-арт, исправление уже плохой татуировки, то есть, вот, то есть они собрали машинку по классике, там, двигатель от CD-плеера, корпус, ручка из гелевой ручки, корпус и струна, то есть, ну, всем известные аппараты. И понакалывали себе черт бы что, там, каких-то трейбл. Вот, говорит, ну, ты же, Саня, художник, поэтому что-нибудь придумаешь. Не так давно задал вопрос один мой клиент, вот, я задумался, то есть, честно говоря, сложно сказать на скидку, но пару-тройку тысяч человек, наверное, примерно, это так, на скидку. Ну, еще лет 5 назад больше делали парни, а сейчас как бы девчонки догоняют. То есть сейчас уже 50 на 50 идет тенденция такова. В 90-х еще годах делали, а стиль трэбл был популярен, так как работа эта несложная. Контуры закрас, то есть какие-то занесу такие простые рисунки примитивные, орнаментальные. Вот, сейчас больше люди любят живописные работы, объемные, то есть больше реалистичные. Ну, есть современные тенденции, стили такие, как old school, new school, то есть люди начинают уже как бы следить за современными стилями, то есть и, соответственно, уже выбор намного шире, вот, и интереснее, чем было раньше. Поэтому, ну, каждый выбирает свой стиль, то есть то, что ему ближе, то, что по душе. Людей много, желающих много, клиентов много, то есть работаем практически без выходных, то есть. Поэтому, мне кажется, с такими темпами через пару-тройку лет каждый третий будет носить эту татуировку. Каждый третий человек нашей страны. Это в основном люди это делают для самовыражения, просто из-за того, что они любят это искусство данное. То есть, им это нравится, поэтому они идут до конца. Клиенты у нас абсолютно разноплановые. Учителя, медики, милиционеры, то есть там с налоговой, помню, у меня девчонки были там на запястье, то есть даже на видимых местах делают. Сейчас татуировка уже, ну, это просто как украшение на теле, как ювелирное изделие, то есть вот. И все идет к тому, что это будет, ну, там через каких-то пару-тройку лет это абсолютно все будет адекватно, это будет нормально восприниматься, то есть. И как тюремная татуировка, все эти советские стереотипы, я думаю, они уйдут в небытие, то есть однозначно. Одна из самых долгих работ, то есть вот сейчас перед вами, уже больше 4 лет мы ее делаем. Вот. Так как у нас очень редкие сеансы, мы там работаем по 3, максимум 4 часа, у нас эта работа затянулась уже на года. Вот. Но есть люди, которые очень стойкие, то есть очень большое желание сделать татуировку, и даже масштабные такие работы, как там крылья на всю спину, то есть это можно за 2-3 сеанса сделать, и люди это терпят, то есть сеанс подразумевает себе это там 7-10 часов даже. И люди терпимо сидят, ждут, и можно сделать за это время очень масштабную работу. Вот. А можно растягивать удовольствие. Много есть кустарных всяких мастеров, которые за бутылку пива по классике там делают татуировку, а люди потом страдают, то есть вплоть до того, что у меня был клиент, который говорит, Саня, я готов отрезать свою руку, говорит, я не могу на нее смотреть, говорит, реально мне сегодня приснилось, что я пиляю себе руку, говорит, надо что-то с этим делать. Вот, и получается, то есть таких работ, то есть это конечно сложнее, чем делать с нуля работу, поэтому я всем рекомендую, то есть 10 раз подумать перед тем, как сделать татуировку, то есть обратить внимание на мастера, на его адекватность, на его портфолио, то есть посмотреть, в каком стиле он работает, то есть оценить его творчество, то есть нравится, не нравится, то есть не нужно спешить с выбором никогда.